августе этого года в городской округ Уктыл в рамках национального проекта «Демография» поступил новый специализированный автомобиль для транспортировки граждан старше 65 лет в учреждение здравоохранения для проведения скринингов. Машина на 8 мест, оборудована специальным подъемником для кресла-коляски, ремнями безопасности, удобная и комфортабельная. Всего таких автомобилей в нашей республике 8. Они были приобретены на средства, выделенные из федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Демография». В рамках национального проекта «Демография» в августе месяце нам поставили машину для перевозки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для доставки медицинской организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов социально значимых неинфекционных заболеваний. Вот с ноября месяца мы начали доставлять людей. Пока на сегодняшний день мы доставляем граждан старше 65 лет только из поселка Почерья. Пока это единственный сельский населенный пункт, который нам предоставил списки граждан, нуждающихся в доставке. Но готовятся сейчас списки из других населенных пунктов, из Дутова, из Шердина и из Лемтыбожа. Вот на сегодняшний день мы уже два раза в неделю перевозим людей из поселка Почерья. Сюда они проходят диспансеризацию, при необходимости мы доставляем их на флюорографию, женщин на маммографию. Мы пока работаем в таком режиме. Возможно, дальше будет что-то, как какой-то расширенный спектр, да, предоставления услуг. В ближайшее время, после того, как Уктыльская ЦРБ актуализирует списки граждан старше 65 лет, проживающих в различных населенных пунктах нашего округа, диспансеризацию и другие виды медицинского обследования, воспользовавшись специализированным автомобилем, смогут пройти жители Дутова, Шердина, Лемт и Лемтыбожа.